Всем привет, с вами Зон. Срочно вылет. Вы помните, в прошлом миссии нам почистили перышко. Произвести взлет в составе 4 истребителя. Дальнейшее указание, как обычно. Одна сплошная импровизация. Даже не знаю. Наверное, все-таки лучше опять проверенные плазменные ракеты. Тупые штурмовики. Только наши бывают. Кто вас там ранее? Это Джулия. Разрешите посадку? Джулия, это один.
На вид обычная такая горка снежная. Без излишних спецэффектов. Поле хоть ракет можно не опасаться. Всего два штурмовика. Атакую! Эх. О, что-то показалось. Как вы думаете, на что это похоже? Будет-то. А вид они ее не особо-то раздолбали. Эх, не хватает спецэффектов. Задачи изменились. Ух, ёп! А вот этого я не видел раньше. А этого я правда не видел. Видимо, эта миссия просто заглючила в начале и все. Хи-хи. Мы предотвратили старт этой проклятой ракеты, а добра он никому не сулил. Кроме того, удалось вывести из-под огня и сохранить наш сильно поврежденный эскортное судно. А это немало. Хорошая работа, мальчики. Мои поздравления в приказе. Наземные станции дальнего вооружения. Готовьтесь к смотру 24 часа. Будут подвергнуты проверке профессиональные навыки операторов. На сегодня все.